если ты выполнишь это задание, я подарю тебе маг 10 рупий! Если ты сольешься, удаляй свой аккаунт. Ты стрешься на лысо, братишка. 4 рандомных крафта фрагментов. Удачи! Это самое разрушительное видео! А если не выполнишь это задание, пепа на лбу у тебя будет навсегда! Всем привет, Кент на проводе! И прямо сегодня будет самое хардовое видео в истории моего канала, потому что я прямо сегодня буду выполнять очень жесткие задания от самых популярных ютуберов по стендов 2. Прямо в эту секунду, ребята, прожмите лайк, поддержите меня, обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой твич, потому что сейчас, ребятки, в связи с блокировками перехожу на твич. Ну а мы начинаем! Ну и первое задание от ютубера ТикТака. Это мой братишка, потому что задание по-любому будет лайтовое. Давайте смотреть! Ну шо ты, Пепа? Если ты выполнишь это задание, я подарю тебе маг 10 рупий! Я не шучу, серьезно. А если ты не выполнишь это задание, ты должен будешь написать на лбу себе Пепа! Твое задание — купить 5 рандомных ножей и сразу же слить их за 003! И даже если попадется Керамбити Голд, Керамбити Голд, Мимикрай, Хармони, ты должен будешь их купить и слить за 003! А если не выполнишь это задание, Пепа на лбу у тебя будет навсегда! ЧЕГО?! Вы понимаете, какой же это хард? 5 рандомных ножей! И не просто купить, а потом продать за 003! А если попадется какой-то очень дорогой нож, тогда я бью себе татуху, чего? Ладно, все, мужики, пожелайте мне удачи. Сейчас буду выполнять! Прошу, 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 лишь бы не повезло целых 5 раз! Давайте, 3, 2, 1... 2700 керамбит не было! Давайте покупать! Просто беру так на мужика! Вот просто взял, купил и при вас продаю! 003. Все, все! Продаю! Пока, пока! Минус 1, окей, идемте дальше. Опять выбираю рандомный ножичек. Прошу, ну лишь бы что-то недорогое! Тик-так, ты бы знал, как же я на тебя зол! И 1700! 1700? Чего? Ладно, окей, идемте покупать и сливать. Ох, сейчас кому-то ж повезет. Просто так беру, покупаю и продаю. Вот так просто продаю. За одну голду. Пока! Минус 2! Попытка номер 3. Надеюсь, что это дешево выпадет. Умоляю, 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 умоляю. И 720 голдишки. Спасибо большое! Хотя бы что-то дешевое! Покупаем и продаем прямо сейчас. 003. Эх, я так сильно тебя любил. Прощай. Прощай! И еще раз прощай! Минус 3 ножа. Вы понимаете, насколько это жестко? 3 ножа! А мне еще 2 надо. А прикиньте, если Гергол попадется, придется бить татуху Пепа. Тату Пепа на лбу! Я не хочу! Прошу лишь дешевую, умоляю, умоляю, умоляю. И... Опять Dragon Glass! Да вы на приколе! Как же я обожаю эту рубрику, вы даже не представляете. Так, беру, покупаю и прям сейчас продаю. Все, все, была не была. Пока-пока! Ух, ребят, последний, 5-й скин. Я говорю честно, это просто какой-то полный фиаско. Да, ребят, я, конечно, всякое ожидал, но это только первое задание, что будет дальше! Тик-так, знай, ты волосатый пенч и гриба Пепа. И... 1230. Вперед! Вот так, беру, вот так, на туником. Покупаю! И вот так сразу же, за ту голдишечку, на мужика, сливаю! Что, ребята, я выполнил это задание. Это было реально очень жестко. Но я это сделал. Ну, ребята, прожмите лайк. Ну, а следующее задание будет от моего братика Холдика. Вот он даст по-любому адекватное задание. Давайте его слушать. Короче, кентуха, тебе надо сыграть дуэль 1-2 против подписчиков. Если ты сольешься, удаляй свой аккаунт. Что? Удалить свой аккаунт? Ё-моё! 2 рандомных подписчиков надо пригласить, окей. Давай, даже все было по-честному, сейчас просто приглашу тех, кто мне пишет в личку. Вот просто всех подряд буду приглашать. Кто зайдет, с теми играю дуэль. 1-2, надо сыграть, это вообще хард, 1-2. Просто представьте, раньше были задания там сыграть 1-1. Но 1-2 это хард. Все, и теперь давайте я напишу. Если вы меня выиграете, я вам дам кер...
Gold. Но я все равно же буду аккаунт удалять. Все, я им написал, что если они меня выиграют, я им дам Кир Голд. Ребята, я очень сильно надеюсь, то, что они не киберы. Я даже боюсь проверять их звание, потому что если они окажутся киберкотлетами, мне крышка. Ребят, я реально надеюсь, что вы обычные челы. Я вас умоляю, не окажитесь киберспортсменами. А чего они так долго заходят? Что, если они так долго заходят, они с андроида. Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон и Андроид. И Андроид. Так, а где второй? Где второй? Где второй? А где второй? Мне же надо 1-2 сыграть. Да, блин, за него заходи. За него заходи. Все, все, найс. Да, мужики, это, конечно, жестко. Кстати, да, ребят, мне только что Холдик отправил сообщение, пишет, что надо играть в КБ. Ну, а то мало ли вы не поняли, почему они в СДБ, а именно в КБ. Ладно, окей, 1-2 играем. Собрались. Надо вспомнить все, чему меня учил мой учитель. А, блин, у меня же нет учителя. Ух ты. 1-2 это играть по харду будет. Найс! Ха-ха-ха! Начало положено очень даже неплохо. Здорово, братанчик! Блин, братва, ну походу это будет изи каточка, 4 кд играю. Имбулечка! Найс! Братух. Так, ладно, меня спалили, 4-1. Все, понял, принял, ребятки собрались. Ё-моё, 4-2, не начинают камбэчить! Нифига, я пули перепрыгнул, вы это видели? Я сам в шоке, насколько я жесткий. Здорово, брат. Так, 6-2, нормально. Шансы на победу у меня очень большие. Но челы тоже замотивированы. Ага, а чел тут наверх зашел. Думает, я его не слышу. Да блин, ну реально тяжело играть против двоих. Я, конечно, попробую затащить, но это по харду. Так, мужики, счет 13-5. И я могу вам сказать только одно, что я походу жесткая машина. Я 1-2 играю, посмотрите просто, как я их выношу. Ну, почти выношу, почти. Так, а ну-ка. Привет, брат. Здоров, брат. Да ты что, мой маленький, 16-6. 26-11. Ну я просто не разыгрался, я сейчас соберусь. Вот так, оп, привет, брат. Здорово, 28-11. Ой, что, может 3 кд выйду, как думаете? Я прям чувствую, авик это мое. Вот прям авик это моя сильная сторона. Ха-ха, он тоже взял авик, он жук. Мне надо сделать 3 кила, я выйду в 3 кд. Не знаю, выйдешь или нет. Вау, чувак, ты лагаешь. Да он лагает. Что у тебя по пингу? 121 пинг. Все, все. Самое главное, ребята, то, что мы выиграли. Имба! 34 на 14. Ну, что вам сказать? Но я, походу, ребята, только что засейвил мой аккаунт. Вы видели, что Холдик сказал? Продать аккаунт? Продать мой аккаунт надо. Не-не-не, Холдик. Я выполнил задание, поэтому я ничего продавать не буду. Вот так вот. Ну что же, а следующее наше задание это у Тобовина. Давайте послушаем, что же он там скажет. Ген, срочно, срочно! Что такое? Ты в курсе, что в Булдропе вышла обнова? Конечно же в курсе! Ты в курсе, что добавили хомяка, которого можно тапать? И это не все! Также на Булдропе добавили новую коллекцию касиков! Ты посмотри на эту красоту! И это не все! Мы Мегалодона наполовину побили! Надо его добить до конца! Из-за того, что мы его бьем, мы будем получать энергию! А потом эту энергию меняем на халявные скины! И это не все! Смотри, это бесплатный сундучок! Это бесплатная энергия, а это дополнительный процентик. Всю мордишку все нужны сыночки снизу. Алембо, брат, короче, тебе надо купить 5 рандомных М40 на рынке. Если тебе выпадет какая-то дорогая и тебе не хватит голды, то ты стрёшься на лысо, братишка. Аповин! Ты опять дал задание с рынком? Я думал, Аповин даст игровое задание. Он дал задание с рынком! Мать моя женщина! Это задание с рынком! Аповин, ты был мне как брат! Так, давайте вначале просто посмотрим, какие там вообще есть М40. Ого! 67 косарей! Слушайте, ну в принципе, вероятность того, что мне попадутся дешевые М40, очень высока. Все, ребята, я готов! Да-да, нет-нет! Поехали! 28 голдишки. Дзынь! Выполнили только что 1/5 задания. Второе М40, прошу. 18 голдишки сюда, мой маленький! Выполнили вторую часть задания. Третье М40, умоляю. И... 0.49, найс. У меня вот как будто М40 каждый раз все дешевле и дешевле. Сейчас, по идее, будет еще дешевле. Или, наоборот, будет еще дороже.
Еще дешевле, я говорю, каждый М40 все дешевле предыдущего. То есть сейчас по логике должен попасться М40 еще дешевле, чем этот М40. Но учитывая, что это М40 самый дешевый, вполне вероятно, что у меня сейчас начнется новый круг и попадется наоборот самый дорогой М40. Ладно, все. Поехали. И раз, и два, и три. Заболено! Блин, ребят, просто вы даже не представляете, как же сильно только что мне повезло. Как же сильно мне повезло. Ну что же, следующее наше задание, это от моего братанчика Рикардо. Ну Рикардо это нормальный штрих, поэтому сейчас по-любому даст мне какое-то лайтовое задание. Погнали смотреть. Кентушечка, дорогулечка моя. Ты просил у меня задание раньше, я тебе давал несложные задания, но сегодня... будет кое-что интересненькое. Тебе надо найти агроподписчика, сыграть с ним дуэльку на 100 тысяч голды. И если ты проиграешь, тебе надо будет эту голдишечку отдать, получается. Желаю удачно сыграть дуэльку. Рикардо, 100к! Ох, еще и агрошкольник. Ну это просто полный напор. Вы можете нормальное задание дать? Они там продать аккаунт, татуху набить. 100к голды! Ладно, все, я создаю лобби. Сейчас через 2 секунды куча людей зайдет. Алло, братва, здорово! Чуган, дуэль на 100к голды, я тебя разнесу, как бота. Ты тупо перхоть, и тебе стрижь. Ты перхоть, я тебя разнесу, пошли дуэль. Ха-ха-ха! Братва, вы готовы дуэль, мистер? На 100 голды. Раз на раз выскочи. Ты готов? На 100 голды пошли пехать. И тебя вынесу, как ботам. А, как ботам я вынесешь, да? На 100 голды готов. Я был, окей. Давай, но... Хорошо. Дуэль на 100 голды. Готов прям сейчас на мужика раз на раз выскочи. Да хоть я на дом, на 100 голды. А ты, я смотрю, такой прям агро, да? Нет, это пьяса. Ягра? Ох, ща ты видишь. Окей, играем дуэль на 100 голды без кидалова, понял? Без кидалова, да. Давай, окей, погнали. Окей, ребята, дуэлечка на 100 голды без кидалова. Вот что бывает на Кента ПК. Просто открывает лобби и делает включенный микрофон. Ко мне залетает куча подписчиков и начинает всякую дичь кричать микрофон. Поэтому найти агрошкольника для меня это была не проблема. Так, ну чё. Дуэлечка на 100 голды. Вот просто, вот как вы думаете, какова вероятность то, что после этой дуэли мне этот чел отдаст 100 голды? Вот просто, вот как вы думаете? Да блин, судя по его скинам, у него даже нету 100 голды. Что у него за скины? А, слушай, у него какой-то нож есть, кукри, да? Или танта? Не, нормально. Нож у него есть, танта. Но если у него столько голдишки, это уже другой вопрос. И знаете, в чем самая большая суть? То, что этот чел мне кинет, это 99,9%. Но мне его кидать нельзя. То есть, если я проиграю, я должен буду ему отдать 100 голдишки. Поэтому мне проигрывать нельзя. Поехали. Играть на всю силу. Поехали. Жнайсик. А что у него по званию? Просто ради интереса, давайте чекнем. А ну-ка. Сильвер 3. Ну, типа, ну, Сильвер 3 это нормальное звание. Кто бы что ни говорил, это типа, ну, не бронза. Сильвер 3 это нормальное звание. Поэтому расслабляться нельзя. Ой, 2-0, блин. Вот я не знаю, как это работает, но когда идет речь о дуэли на что-то важное, я всегда прям выигрываю, потому что для меня это прям супер важно. Прикиньте, дуэль на 100 голды. Вы же понимаете, что это все не постанова? То есть я реально должен буду дать 100 голды. Да как? Ну пуля просто в миллиметре от него пролетает. Я не знаю, как это возможно. Да как опять? Все. А вот теперь пуля залетела куда надо. 3-0. Ха-ха. Хорошо, так как. Найс. Так, мужики, погнали. 3-1. Минус 92, чего? Пишет изи перхоть. А, он еще и агрится. Прям сейчас в чате пишет изи перхоть. Как бота унизил. Ох, ща я тебя унижу. А? Как я тебя унизил? Маленький ты мой, а? Ха-ха-ха, 4-1. Хорошо. Чиназа, сюда. Так, ну что же, счет 4-1. Не расслабляемся. Теперь играем на ножах. Ну куда ты бежишь? Чел, ну куда ты бежишь? От судьбы не убежишь, понимаешь? Ой-ой-ой. Привет. Да ё-моё, какой же долбанный лакер. 4-2. Не, ну ребята, понимаете, что камбэка нельзя ему давать. Какой еще камбэк? Брат, привет. О, да как, ну минус 90, да как. Фух, окей, понял, принял. 4-3, уже, если честно, немножко не смешно, пишет, играть будешь? Буду играть после тебя.
Да ё-моё! 4-4! Это компетчик! Ладно, окей, понял. Собрался. Просто надо собраться и победить. Я думаю, это будет не проблема. Найс. 5-4. Найс! Найс! Что такое? Лежишь на расслабоне, на чиле. Ну и лежи дальше. 5-4. Сейчас будет 6-4. Потому что я сверху, и у меня М4-1. Это прямая сильная сторона. Все. Я говорил, что мы 6-4. Я сделал 6-4. Сюда! М40. Блин, у меня еще М40 без скина. Но М40 это явно не моя сильная сторона. О, я попал. Слушай, а можно? О, можно с прицелом, да? 7-4. Найс. Пошел камбэк от кента. Хорошо. Даже не камбэк, а победа от кента пошла, понимаете? Пошла, ребят, жара по трубам. Но, правда, ненадолго. 7-5, окей. Ой, блин, ну только не пулеметик. Ну это вообще фул рандом. Ну, я не знаю, ну как это работает? Я всадил 26 патронов и еле замочил этого чела. Но, самое главное, я заставил столько голдишки. Рикардо, запомни мои слова. Я тебе отомщу, помни или нет? Ну, а прямо сейчас давайте слушать следующее задание. Надеюсь, это будет адекватное. Погнали его слушать. Илюха, Илюха, у меня для тебя есть очень интересное и очень крутое задание. Однажды, когда я выполнял такие задания, один ютубер загадал мне такое задание, чтобы я выбил с кейса Аркану. Но нет, у тебя будет задача сложнее. Твоя задача выбить с кейса нож. Открываешь кейсы до того момента, пока не выбьешь нож. Удачи. Эстекил! Ты был мне как брат! Это чё за дичь? В смысле, пока не выбью нож? Это же стендов! Там шанс выбить нож! Блин, 0.5%! Обалдеть! Я не знаю, что делать. Ну, давайте сначала купим, не знаю, штучек 6. То есть, мне надо открывать каски, пока не выпадет нож! Чего? Как же это жестко! Просто как же это жестко! Ну почему никто не может дать нормальное задание? Зашибись. Да. О! Прикиньте, с первого раза выпадет. Конечно, с первого раза. С миллионного не хочешь кем-то пока? Да, мужики. Сейчас мы узнаем, насколько стендов 2 любит кента. Пролетело миллиард ножей, и мне, конечно, падает USP-писец. Ну, из хороших новостей, в прошлый раз у меня была рарка, в этот раз эпик. Сейчас легендарка и потом аркана, я так надеюсь. О, легендарка сразу перескочили через эпик. Значит, сейчас, по идее, будет аркана. Блин, ну если реально будет аркана, это будет импа. Мне же нужен нож, да? Мне надо не просто аркана, мне нужен именно нож. Ага, рарка выпала, понял? Начинаем заново. Рарка, эпик, легендарка, да? Прошу, дай нож, дай нож, дай нож! Ну какой еще 5-7 тактикал? Ну за что мне такое наказание? Блин, это минус 600 галдишки в нику! В никуда. Да, класс. Класс. Шикарное задание, братанчик. Как же сильно я тебя люблю. Ты даже не представляешь. Класс! Спасибо, брат, люблю тебя! Это вообще прикол какой-то! Покупаю еще 6 фейбл кассиков. Не, ну реально, вот такие видео, они очень затратны. Стой! Да не там, левее, я сказал, стой, левее! Обалдеть. Да, мужики, походу это нереально. Я уже потратил больше 2 костерей, чтобы понимали. Я на это видео потратил примерно, ну, наверное, 1050-60 голдишки. Ну, я не знаю, но это очень затратное видео. Я только 5 ножей вначале купил и продал за 0.3. Просто взял и в никуда. Не купил и продал, а за 0.3 продал. Тут еще эти кассики. Посемлич. Да, мужики, походу это надолго. Окей, давайте мы с вами переместимся на тот момент, когда мне в конце концов выпадет нож. 3 weeks later. Ребят, я примерно потратил 1015 голдишки. Я продавал почти все мои ножи, продал. Но мне в итоге так ничего и не выпало. Я не знаю, как блин, выпить. Поэтому я прямо сейчас попросил у Стекила, чтобы он поменял задание. Не знаю, какой-то крафт сделал или еще что-то. Потому что, ну это нереально, я не знаю, что сделать. Нереально. A few moments later. Ура! Он мне дал шанс. Он говорит, скрафти тогда просто АКР Дрэгон. Спасибо, брат, спасибо. Я надеюсь, хотя бы в АКР Дрэгоне мне повезет малеха побольше. Вот так просто покупаем 10 скинов. Я уже не знаю, для меня это уже дешевка. Вот и видите, покупать вот эти скины по 40 голдишки. После того, как я потратил 1010 голдишки, ничего не выбил. Поэтому лучше будет делать крафты. Тут хотя бы реально шанс гораздо-гораздо выше. Так, купили 10 скинов. Мне надо скрафтить, если я правильно понял, мне надо скрафтить один АКР Дрэгон. И все. Если по 90 я крафчу, я делаю крафт заново.
первого раза, да! Ура, ребята, это задание мы прошли. Ну а теперь последнее задание. Я надеюсь, последнее задание будет более-менее лайтовое. От Арткула. Арткул, братанчик! Что ж там за задание-то такое? Давайте посмотрим. Кентуха, лови задание. Сделай 4 рандомных крафта фрагментов. Удачи. Чего? Арткул? Арткул, ты мне был как брат! Это что за дичь? В смысле рандомные фрагменты, если мне неблес выпадут? Ой, ладно, все, собрались. Давайте, на мужика. Надеюсь, повезет. Сюда! Анкамоночки, оп, покупаем. Дзынь. Так, ребята. Первый раз мне повезло. Надо же, мне еще так повезло 3 раза. И, в принципе, это задание от Аркула. Этого поганого пройдено. Так, опять, выбираем фрагменты. Задержим дыхание на секундочку. И... Арканы! Хидрить, колотите за ногу. Аркул, ну это уже, ну типа реально не смешно. Ладно, окей, это в любом случае лучше, чем бы мне выпал Немлес. Так, чем мне подается аркан? Конечно же, мой любименький М16 шотган. Хоть бы статрек выпал. Ну реально, вот эти крафты, это все не купная тема. Так, 2 крафта мы сделали. Теперь крафт номер 3 рандомных фрагментов. И... Эпики. Ура, ура, ура. Покупаем. Ля-л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 я. UMP-45 Cerberus. Кстати, ребят, кто шарит, а статреки мод выпустить сюда или нет? Ну, и теперь последний, 4-й раз я делаю фрагмент крафт. Надеюсь, мне повезет. Очень сильно надеюсь на это. Прошу. И монтажер, интригующий музыку. Что? Неблес фрагмент! Я это сделаю. Я это сделаю, потому что у меня нет других вариантов. Я это сделаю прямо сейчас, ребята. Переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь. И буквально в ближайшее время я выложу крафт в моем Т-канале Неблес фрагментов. Прямо сейчас перейди, подпишись, чтобы узнать, что мне выпало. Может быть, мне повезет. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, на мой телеграм-канал, на мой Twitch, потому что сегодня там будет стрим. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока. Это самое разрительное видео. Пока-пока.